Юшко Дмитрий Александрович, гражданин Российской Федерации, уроженец Удмуртской Республики, города Сарапул. Пошел на контракт, на краткосрочный контракт 2 месяца. Из-за сложного финансового положения обещали платить деньги. Приехал на территорию Украины, сказали, что будешь разгружать, загружать гуманитарную помощь, разбирать завалы, развалы. Я здесь находился, неделю мы работали в школе, на следующий день от нас перекинули в поселок Золотое, там есть такой поселок, и нас повели в Луганские, 32 человека нас повели в Луганские военные. С этих 32 человек у нас осталось 7 попало в плен, 6 ушло обратно. Остальные 200, я получил ранение 300 получается. Первый же день, как мы сюда приехали, у нас отказалось 82 человека, потом еще на следующий день, сколько, не знаю, точно цифры не скажу, очень много отказников. И вообще здесь, что показывают по телевизору, в основном не верьте. Я сам лично здесь на себе все это прошел, что наебывают, наших пацанов. Было много начальства, а когда сюда приехали, остался один взводный. Ну как думаешь, судьба вот этих 82 отказников? Вот 82 человек, которые отказались в первый день, даже неизвестно, что с ними, куда они делись. Кто говорит, кто что, кто может быть их расстреляли, кто может быть, что под статью попали они и посадят их. Неизвестно, что получается. Но ездить сюда ни в коем случае я, пацаны, вам не советую.